Валя, вийшов, Валя, на дві попи. А дай Петре. Що там ще існує? Що намерить? Мьоду? Или згущеного молока? Тебе мьоду или того и другого? И того, и другого, и можно без хлеба. Потом так берешь-то. Нет, а мне можно просто этот. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни. 3, 4. Андрюха, с днем рождения! Спасибо! С днем рождения! Желаю счастья в личной жизни! Здорово! Красиво, выходи, красиво!
что за спойлер? Пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Моя ты зиронька небесная, вечно вич, ты и я, моя ты зиронька. Что ей говорить? Подарки в день рождения. Но другу радость подарить. Приятнее без сомнений. Димагра в университет! Ипет, Но буду все равно. Женщина, мечта поэта.
Я готов принести в жертву все. Обыкновенный прыжок в воду. Сегодня что-то на природе. Надо придумать. Придумать этому слово применение. Я сейчас не выйду к костру. Топориком тюк. Да. Буду знание вот этого Айсенбаля как-то оперировать. К чему бы я вот этот топорик применить? Как бы такое ледяное женское сердце расколоть своим Айсенбалем. В ваших руках будущее. Сегодня идет мужик в камуфляже, классно, с таким рюкзаком, по бревну идет. А я стою с Кариной, там фотографируюсь, смотрю, думаю, ёлки палки, чешет по бревну. Собака там, все такое. И тут он как светит, и бревно между ног. А тут такой рюкзак. Он... Я с ним фотографировалась. И его начали снимать там. Ой, нельзя, я смеяться не вам можно, а мне нельзя, потому что это перекочет. Thank you.
ты не пускала. Я не гоняю, ты сховала. Наша сестра сиденце знайшла, коня осідла. И пошли греться по кругу. Раз, раз. Только ноги подвивать. Підманула, підвела. Я ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Я ж тебе підманула. Я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума з розуму звела. Ти казала у четвер. Підем разом по себе. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Я ж тебе ж тебе підманула. Я ж тебе ж тебе підвела. Я ж тебе ж тебе молодого з ума з розуму звела. Неужели свое сердце отдаёшь подруге? Такой цвет еще подруга. Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? Неужели мое сердце? Да? Да, когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чтобы им цветы дарили, и красивым, и некрасавицам. И он, конечно, прокоптился возле костюрков. Слегка. Чего он увеличал? Можно было попробовать. Парни, пожалуйста, разбейте трава, потому что сильно выкипает. Ведро может упасть. Нормально. Там стрелья были не как. У каждого один. Да, у каждого свое. В этот день Бог послал домашние грибки, черные зернистые корки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и так далее и тому подобное. Я, в принципе, еще не зашел. Давай, порвал сразу. Доброе утро, Игорь. Доброе утро, девочки. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Это ты здорово придумал. Они нашли все-таки тропу.
А нашли способ перелететь. А куда тебе попасть? Сейчас. На вертолетную площадку. Да? Дай Петриш может доехать. Мы дорогу знаем, в смысле. Да, мы уже ходили. Там есть подъем, но он тоже там... Внимание! Слово не no comments. Это очень ужасно. Вас видели? Вас такие лица знакомые. Пошлите с нами. Пойдемте с нами. А чем они залили костер? А их заливали. Такое бывает. А чем они залили? А вы откуда вас? Так а что, вы не идете? Да, иду. Да. Это всегда очень хорошо. Это наказуемо, кстати. Внимай голосу сердца своего, ибо Господь говорит с тобой через него. Гена, тебе очень тяжело нести вещи. Ну, как тебе сказать, Чебурашка? Очень тяжело. Мальчишки, получается? Вот так, Рафаил, была обозначена даже на карте. А вот это вот... Я знаю. Нам, если спускаться по чесу, нам нужно спускаться по этой. А она вот отсюда, 150 метров прошел, свернула направо на грунт. По ней прошел, и там идет этот закат. Может быть, и так. Потому что... Так, да честно, ну и что такие? Черт побери. Живут же люди. Влюбляются.
знаете, кто это сидит? Я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, это Киса Воробьянинов. Киса? Да. Какой он вам киса? Это гигант мысли. Киса? Отец русской демократии. Особо приближенная к оператору. Можно нам сахара, что там, блядь? А там в таблетке. Ну что, в таблетке одна лучше. Лимон надо? Это не лимон, это сахар. Не, вообще нет. Сколько же надо? Да. Кому не берется? И чей-то давали, и того уже. Это, наверное, 30. Давай. Смотри, Гена, это что? Thank you.
Ну печь! Правильно, сначала по клубе для борща выливаем там наверху, а потом здесь начинаем разгоняться. Рассвет и воздух голубой и вьется в горы лесная дорога. Пройду я горы с рюкзаком и тропы лесные не забуду. Все вместе. И я пройду весь шар зимой, и север, и южные широты. Пройду я тысячи верст и встречусь с другом в дороге. У девственной природы величие скалы тишины, а в небе кречет парит надо мной. И я пройду лишь шар земной, и север, и южные широты. Пройду Демерджи, увижу сказочные дали и клин летящих журавлей унесет вдаль мои печали. Широты пройду я тысячи верст и встречусь с Екатериной Львовной в дороге. Спасибо. В небесах догорела звезда, первый луч ласкает скалы, вершина моя далека, но я верю, путь к ней прекрасен. Ложится туман, и байдары обдуваются ветром. Не страшны мне дождь и туман, потому что я люблю эти горы.
Я люблю вас, Крымские горы. Дорога моя нелегка. Впереди крутые подъемы, только цель у меня одна. В тумане не сбиться с дороги. Все вместе найти ложится туман, и байдары обдуваются ветром. Не страшны ни дождь, ни туман, потому что я люблю эти горы. Я люблю вас, Крымские горы. Вершина моя взята, я с Айпетри любуюсь рассветом. Несут мечты меня вдаль. Как хорошо мне живется на свете. На Айпетри ложится туман, и байдары обдуваются ветром. Не страшны ни дождь, ни туман, потому что я люблю эти горы. Я люблю вас, Крымские горы. На костель ложится туман. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Чистый печален ручей янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься с тобою? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель, разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот и окончилось все, расставаться пора. Все вместе. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Небо разыскать тот ручей янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Все вместе.
милая, солнышко весной, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко весной. У меня много писем своих. Спасибо вам. Вот это искусство! Вот ради этого стоит жить! После такого... Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Ходила этот туристический поход, мне казалось, что будет сложно очень. Но благодаря классным руководителям, классным людям, которые окружали меня в этом турпоходе, мне было очень легко. Мне очень понравилось, как мы были на Айпетре, как были в последний раз на море. Вообще поход оказался просто Пожалуй, супер. Самый такой впечатлительный момент был, когда мы возвращались с Сережи на Ниве, когда мы возвращались в лагерь. Ну, такое. Самые яркие впечатления, на мой взгляд, которые были в походе, это когда я с Димой вылазил с Большого каньона, с дна реки на самый верх каньона. Я учусь в городе Белгород, приехала сюда с Екатериной Львовной, уже не первый год. Мне очень понравилось, все было просто великолепно, незабываемо. Если Екатерина Львовна возьмет меня, я еще бы очень хотела поехать. Я нашла очень много новых друзей. В дальнейшем бы хотелось, чтобы мы с ними обязательно встретились и больше не расставались никогда, потому что очень грустно расставаться. Ну что вам запомнилось больше всего? Мне все запомнилось, все, все походы в горы, все, даже эти дожди, эти палатки летающие, костры, все, мне все очень понравилось. Просто незабываемо впечатление. Люда, я учусь в Докучаево. Первый раз поехала в поход, мне очень понравилось, больше всего мне понравилось, что тут очень дружная команда, как бы все за одного, что надо помочь. Все помогает, все хорошо, понравилась мне сильно ванна молодости, когда все ныряли. Очень понравилось, как на гитаре мальчики поют, ну, все понравилось, я даже не знаю, горы сильно красивые, и вообще Крым, и преподаватели хорошие. Кушать все варили замечательно. Поднимали друг другу как-то настроение. Все старались. В этом походе я первый раз хотела попробовать себя, свои силы. Было тяжеловато, но мы смогли подняться. Очень понравились горы. Очень понравилось, ну, все, где мы были, все места. Именно вот то, что себя преодолел, очень понравился коллектив, общение со всеми. Я уже не студентка, хотя тоже бывшая студентка, докучаем. Вот. И вообще обстановка и все. Ванна молодости, горное озеро, все понравилось. Море только нас, погода, Ханский дворец, море, как бы погода не очень радовала, все равно было все замечательно. Наташа, ну самое большее, наверное, в этом походе мне запомнилось то, какие тяжелые были рюкзаки, как было тяжело подниматься. А также, как мы купались в этой ванне молодости, при 4 градусах тепла. Ой, ну и так вообще все запомнилось, гитары, костры вот эти, и мои подружки, каких я очень... люблю. Вся дружная компания, которую я никогда не забуду. Люда, я в поход пошла первый раз. Мне очень понравилось. В этом походе я получила очень много позитивной энергии и очень много друзей новых. Потом мне очень понравились те ночные прогулки. В этом походе очень понравилась наша дружная
компания, в которой мы собрались. Мне очень понравилось то, что мы не разгруппировались по кучам. Надеюсь, что именно эта компания останется на очень долгое время. Я очень сильно благодарна Екатерине Львовне, то, что она собралась. Мне очень понравилось походить, особенно нашей песни у Кастера. И, конечно, использовалось много погоды, но думаю, в следующем году все будет, если мы соберемся в следующем году. Это дружная компания, все по-простому. Мне очень понравились все пейзажи в Крыму, все, компания наша, вечера возле костра. Также все наши походы на другие места. Ну, компания тоже очень была замечательная. Так что мы сейчас в трансе, потому что мы ехали оттуда. Здравствуйте, меня зовут Люда, я учусь в университете Докучаева. И была в походе первый раз, понравилось, конечно, очень. Хочу на следующий год. Учусь в Докучаева. Все было отлично, но погода немножко подкачала. Меня зовут Женя, ну, я просто в Крыму уже третий раз весной хожу. Ну и самое большее мне запомнилось, наверное, наша дружная компания, которая до этого просто мы друг друга не знали, а в течение похода мы сдружились, познакомились. Ну и думаю, что теперь останемся хорошими друзьями. Особенно мне запомнилось вот в походе большой каньон, ванны молодости, и горные речки очень красивые вообще. Привет, меня зовут Лиля. Хочу всех поблагодарить, кто был с нами в походе. Ребята, вы все супер. А особенно Екатерине Львовне большое-большое спасибо. Потому что именно благодаря ей мы видели эти красоты и все вместе мы встречались. Екатерина Львовна, большое вам спасибо. Я вас люблю. Здравствуйте. Больше всего мне запомнилось то, что и вы, Станиславович. Честно, спасибо вам огромное. Я... очень классно отдохнула этим летом в Крыму. Спасибо вам, ребята. Спасибо за компанию, за дружную компанию. Спасибо большое Екатерине Львовне за то, что она показала самые красивые места в Крыму. Я очень ей благодарна. Меня зовут Люда. Больше всего мне запомнилась хорошая компания и хорошая погода. Меня зовут Роман. Мне самого больше в походе запомнилось количество девочек, которых Екатерина Львовна набрала. За что я, кстати, благодарю. Также запомнилось айпедри, кивики, живой водопад, ванна молодость. Ну, в общем, все было супер прекрасно. Все было very well. The best. Хуже всех. Два. Да скажем, козлик всей группы. Я радий, що я був в цьому поході. Желаю всім ще раз пережити ці моменти. Надіюсь, що я для следующего теж попаду. Всем удачи. Меня зовут Наташа Иванченко, Наташа. Мне очень понравилось в этом походе. Все было супер. В следующем году я обязательно поеду. Я приехала только что из Крыма. Крым это очень классный. Мне очень понравилось море. Я первый раз его увидела. Это супер. А еще мне понравилось Айпетри в облаках. Это просто класс. Будет это потом делать? Хорошо. Я приезжал на работу. Пока всем, пока! Не выйдет. И все, теперь все разбредаются, куда кто хотел. Прощай, моя любовь! Судьба разлучает нас! В моем сердце ты будешь жить вечно, я не могу!
Вітаю вас, шановні глядачі. Обласне телебачення запрошує подивитися програму «Стадіон». І, як завжди, головні теми нашої програми не тільки і не стільки суто спортивні події, хоч безумовно і без розмови про них не обійтися, але ж насамперед у фокусі уваги найяскравіші особистості у світі спорту. Теми, які привертають загальну увагу не тільки змагальним рівнем, а також емоції, які пов'язані зі спортом, зі здоровим способом життя, до якого веде спорт, і, можливо, саме з якимись емоціями надспортивними, які вже поєднують і прихильників спорту, і прихильників фізичної культури. Наступна наша сторінка присвячена не тільки і не стільки спорту, а насамперед поєднанню спорту, здорового способу життя та такого досить поширеного фізкультурного захоплення, як спортивний туризм. Похід другої категорії складності здійснили студенти Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва по Криму, а саме по піщаних містах Крима та по визначних інших місцях півострова Кримського. Одним з керівників цього походу був і кореспондент нашої редакції Андрій Нечепоренко. Отже, пропонуємо його розповідь не стільки у плані спортивного звіту, а насамперед в такому емоційно-фізкультурному плані. При його поході приймало участь 37 чоловік, в основному студенти Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. В основному більше всього преобладали та дівчатки, студентки. Очень их, так сказать, много было мальчиков, меньше, естественно. Ну и здесь очень много было новичков. Новичков, которые именно пошли именно в поход второй категории сложности. Значит, естественно, их окружали опытные преподаватели. Здесь были преподаватели из других учебных заведений. Естественно, мы помогали этим студентам, подсказывали. И здесь, естественно, можно не вспомнить песни Висборга, Высоцкого, о котором говорилось, что поход – это то, что здесь ты преодолеваешь трудности, преодолеваешь страх, риск. Здесь ты сталкиваешься с интересным, что красивейшие места, вокруг которых тебя окружают, это богатейшие места нашей необъятной родины и природа, которая вокруг тебя окружает. Это весна, весна, все расцветает, почки набухают, значит, все оживает. Вы знаете, весной в Крым весной это очень здорово, это очень красиво. Здесь мы сталкивались с преодолениями трудностей. Вообще поход носил спортивно-оздоровительный характер. Знакомство с местностью, знакомство с историей нашего края и Крыма. Ну, прежде всего, Крыма, естественно. Здесь мы бывали на раскопках. На раскопках армянского монастыря. Нам очень, это нам, так сказать, повезло, нам посчастливилась такая возможность именно побывать на этих ныне действующих раскопках. И мы столкнулись с очень известным археологом, который нам очень, так сказать, подробно рассказал все то, что он знал, и даже более того. Мы увидели, значит, с высоких гор, это местность это Бахчисарай, и... Естественно, когда уже спустились с гор, когда побывали на Петре, здесь были большие перепады высот, влажность, конечно, под конец похода уже погода стала ухудшаться, мы столкнулись с дождем, с туманом, с проблемами какими-то, но все это преодолели, все преодолели трудности, нам было легко и хорошо, так сказать, когда друг друга мы поддерживали, улыбались, помогали друг другу, это помогало нам преодолевать трудности. И потом спустились к морю, немножко отдохнули, побывали в городе Алушти,
в Азовном, Ялте и прибыли в Симферополь. Оттуда приехали в Харьков, в наш любимый родной город Харьков. И, кстати, я увидел, как дети плакали, когда расставались на вокзале, им вывожали, так сказать, расставаться, им хотелось еще это все восстановить. Ви знаєте, поход удався, дуже здорово. Хочу додати, що за підсумками звіту цього походу, його буде включено до загального заліку чемпіонату Харкова серед студентів зі спортивного туризму. Ну, а підсумки, звісно, річ, будуть підбиті лише вже на початку 2007 року. Програма «Стадіон» цей випуск завершена. На все добре.